Армяне, которые всегда пытаются создать культуру, украв национальную культуру Азербайджана, совершили очередную кражу. Сначала расскажем вам о предыстории этого танца. Раньше сыны азербайджанского народа ходили в лес собирать дрова. Они соревновались между собой. Это было и развлечение, и соревнование друг с другом. С тех пор танец называется шалагой. Как сообщает Култас, армяне вчера танцевали шалагой. Другое название – шалахо. На улицах Еревана и делились изображениями в социальных сетях. Напомним, что шалагой – танец дровенщиков, один из древних азербайджанских танцев. В Грузии он известен как шалахо. В некоторых источниках он показан, так же как совместный танец. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.